В годы независимости в Таджикистане были приняты три государственные программы по развитию пчеловодства, которые направлены на увеличение пчелиных семей и производство меда во всех категориях хозяйств. В стране разводят 5 видов пчел – таджикские, итальянские, среднерусские и кавказские, но самые популярные – карпатские пчелы. В республике работают более 9 тысяч пчеловодов. За последний год число ульев выросло до 8 тысяч. Таджикский мед экспортируется в Россию, Казахстан, Афганистан и Объединенные Арабские Эмираты. За январь-май 2020 года только в Хатлонской области было произведено порядка 23 тонн меда, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больше на 4,6%. Между тем, канадская компания «Хантана Канада Инкорпорейтед» запланировала наладить не только производство экологически чистого меда в свободной экономической зоне Сухт, расположенной на севере страны, но и в дальнейшем осуществлять экспорт своего товара за рубеж. Натуральный мед закупается у местных пчеловодов, с которыми заключен предварительный договор. Посуда и этикетки для упаковки закупаются у китайских и турецких компаний. С увеличением объема экспорта предприятие планирует производить собственные стеклянные емкости. Для расширения ассортимента в мед будут добавляться различные специи. Отмечается, что компания будет производить до 55 тонн меда в год, и продукция поступит на рынки крупных импортеров меда США, Канады, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и страны Евросоюза. В прошлом году пчеловоды Сагдийской области произвели 1417 тонн меда из 56482 пчелиных семей. В текущем году они намерены увеличить этот показатель, так как условия и климат горных районов области способствуют развитию этой сферы, не требующей больших расходов, но приносящей большой доход. С реализацией государственных программ и предоставлением льгот для производственной деятельности увеличилось количество пчелиных семей и производство экологически чистого меда, который пользуется высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому в горных районах люди охотно занимаются этим доходным делом. В результате в текущем году в области количество пчелиных семей достигло 60 274.